Привет, друзья! Украинские солдаты начали разбирать кассетные снаряды и делать из них боеприпасы для сброса с дронов. Для этих целей ранее поставленные на Украину кассетные 155-мм снаряды М48-3А1 производства турецкой компании МКЕ берут и разрезают на несколько частей. Потому что тут идет еще пластинка. Ай, який гарніше. Отут вони суббоєприпаси стоять. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.